Всем привет! Вот хотел показать вам самодельный воблер, который в тот раз сделал. Сейчас они уже тут все залачены. Это вот тот фольгированный. У меня камера уже накрывается что-то с объективом, поэтому нормально не снимает. В общем, эти воблеры все проверены. Все рабочие. Тут такая хитрая краска у нее. Под мрамор что-то зеленое такое. Все играют, все нормально, весят примерно от 10 до где-то 12 граммов они получились. Тут вот капельки лака, я их не сдирал, то есть как было, так все и оставил. Ни к чему это, так все прекрасно. Это обклеено пленкой такой, в цветочных магазинах она бывает продается. С 3D эффектом, с таким. Глазки я тоже покупал, лень мне было рисовать. Глазки 60 рублей упаковка, там их много, там, по-моему, 60 штук как раз и есть, то есть вам на 30 воблеров. Тоже вот лак, тут капельки, все это я не счищал, пусть так будет. Это тут смешной получился, такой на слона похож, такой мумитроль. Это все раскрашивалось с баллоном, с баллонов. Вот эти полоски под трафарет делалось. Все остальное баллон. Такой вот. И острые крючки. Так. Ну вот видео про их игру будет дальше. Смотрите. А. Кстати, на видео будет еще вот этот вот воблер, тоже самоделка, сделан под Бендмину. Тут я вообще просто так его слепил. Я уже даже не помню, где тут огрузка стоит, с какого боку или вообще на середине. Ну, посмотрите, как там все это играет, брыляется и так далее. Тест самодельных воблеров.